Есть у меня для вас служба. Мирный поход в пограничные пределы за золото. Ты кто? Поручик Демарин. Пойдешь на Тобол? Я Семен Ульянович, прибыл с экспедицией. Золото будут искать. Город Еркент. Где это? На границе. Злая калмыцкая степь. 14 недель идти. Эти русские расстояния держат нас в плен сильнее оков. Но я точно буду свободным. Вернусь домой, в Швеции. Батя, я в рекруту записался. Чего? Дурак! Решено все! Чего? Я в поход пойду, батя! Отходим! Ванька, догоняй! Марс Семен, что вы мне позорите-то, а? Я вас прошу, идите домой! Хочешь на свободу? Когда доберетесь до Джунгар, ты перебежишь к ним и передашь золото, которое я тебе дам. Парламентер едет в Франции! Русские сговорились с Китаем и нанесли удар нам в спину. Ты пришел ко мне с войной! Нам не нужна война. Он предал всех нас. Это знак, есть причина война. Губернатор не мог ослушаться царя. Что теперь делать? Надо остановить войну.